как радуются обитатели деревень к приезду нашей съемочной группы. И нам очень приятно, а вместе мы радуемся приходу зимы. На календаре декабрь, ему в народе дано понятное название «студеный». Началась настоящая зима. На сегодняшний день на предприятии работает, если брать холдинг в целом, то 3900 человек. История хлебного дела Могилевщины. Предприятие «Могилев хлебопродукт» отметило юбилей. Итак, ребята, сегодня на уроке мы начнем проходить новую тему, которая называется «Умножение десятичной дроби на 10 100 тысяч». Поэтому запишите. Как знать точные науки на отлично. Свой совет даст лучший молодой математик области. Живи. Только на один бок живи. Вот так вот, будто у тебя шаку раздуло. О. На каком языке говорит Хотинский театр? Узнаем вместе с деревенькой. «Будешь с хлебом, тебе и голод не страшен», — говорили в народе, ведь хлеб он и мерило достатка, полная закрома, и знак уважения — хлеб-соль дорогому гостю. Зернами пшеницы осыпали молодоженов, желая им тем самым безбедной жизни. Исторически сложилось, что хлеб всегда занимал почетное место, и к нему никогда не относились только как к продукту питания. С середины прошлого века в Могилеве начали печь хлеб в промышленных масштабах. В городе построили мелькомбинат. К 1951 году была сдана в эксплуатацию первая очередь элеватора емкостью 8 тысяч тонн со стационарной зерносушилкой. Предприятие прошло большую модернизацию. Параллельно возводились склады для хранения, строились два элеватора мощных, строились пункты приема зерна на других объектах. Это наши филиалы Быхов, Чериков, Чаусы, Горки, объемный элеватор. Вот там проходила тоже огромная работа. На сегодняшний день на предприятии работает, если брать холдинг в целом, то 3900 человек. Научно-производственный потенциал предприятия успешно развивается и привлекает предприимчивых людей. Сегодня в состав холдинга «Могилев хлебопродукт» входят Бобруйский и Климовичский комбинаты хлебопродуктов. По сути дела, эти три предприятия обеспечивают комбикормом всю нашу промышленность, обеспечивают, по сути дела, всю нашу хлебопекарную отрасль мукой для производства хлеба. С начала года данным холдингом уже произведено 117,5% товарной продукции в действующих ценах. На сегодняшний день экспорт этих трех предприятий 150% к уровню прошлого года. Это несмотря на то, что в прошлом году все показатели тоже были закрыты. Увеличение экспортных поставок стало возможным благодаря расширению ассортимента. Мука, крупы, макаронные изделия, концентраты – это лишь часть того, что выпускает Могилев хлебопродукт. За предприятием закреплено несколько сельских хозяйств, что позволяет производить яйцо, мясо птицы, колбасные изделия, полуфабрикаты из свинины. В основном, конечно, это потребитель, внутренний рынок, и работаем на внешнем рынке. Это в основном Российская Федерация. А объемы? Объемы примерно, если брать в денежном выражении, это 9 миллионов долларов в год. Только за последние 5 лет на предприятиях проведена реконструкция и модернизация основных технологических линий. Установлено новое дробильное оборудование, введена новая линия рафинирования рапсового масла. Инвестиции на предприятии в первую очередь направлены на приобретение оборудования и освоение новых видов продукции, в том числе импортозамещающей. Здравствуйте, ребята. Присаживайтесь.
Итак, ребята, сегодня на уроке мы начнем проходить новую тему, которая называется «Умножение десятичной дроби на 10-100 тысяч». Поэтому запишите. Молодой, перспективный и талантливый. Дмитрий Карпиков, учителем математики и информатики Белынической школы номер 1, работает 4 года. Мне повезло, у меня учитель математики был такой человек, на которого хотелось равняться. Видимо, поэтому стал учителем. Родом молодой учитель из Мстиславля. Профессию получил в Могилеве и по распределению отправился работать в Белыныче. Ни чуточку не жалею, что распределился именно сюда. Здесь вот такой вот коллектив радужный, хорошо встретили. До сих пор работаю, я и думаю, что и буду дальше работать. Итак, ребята, давайте решим следующий пример. В тетради записываем. Итак, желающие к доске. Максим, пожалуйста. 52 плюс 48 это будет 100. Хорошо. Это то же самое, что одна целая часть. Хорошо. И мы 3 плюс 3 это целая часть. Угу. Будет 6. Хорошо, правильно. На уроках молодой педагог пользуется не только классическими методиками, но и пытается внести в процесс обучения что-то свое. Этим, говорят коллеги Дмитрия, он и покорил жюри конкурса «Призвание педагог». Дмитрий стал победителем в номинации «Физика, астрономия, математика и информатика». Ну, я стараюсь объяснить каждому индивидуально, именно вот индивидуальный подход, вот чтобы все решали, что не то, что там полкласса решает, полкласса не понимает, и идти дальше нет. Я хочу, чтобы все более или менее разобрались. И не было вопросов дальнейших. Ну а если вопросы есть, то в любом случае их решать, решать и решать. С таким творческим подходом на уроках интересно всем. Потому ученики Дмитрия Карпикова знают математику на отлично. Он очень добрый, он все время понятно объясняет. С ним очень приятно работать, никогда не возникает вопросов. Он хороший. Хороший? Он всегда объясняет все темы. Программа довольно легкая и объясняет учитель хорошо, поэтому никаких вопросов не возникает. Он мне очень нравится, он прям золотой, мой самый любимый учитель, потому что он всегда, он и поддержит, он и, ну, похвалит. Молодой учитель постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство. Ведет за собой и не только учащихся, но и коллег. Ведь он любит и детей, и то дело, которому посвятил свою жизнь. Я хочу, чтобы ученики больше достигали каких-то результатов. То есть, вы понимаете, для меня достижение учеников – это самое главное. Самое главное даже не то, что предмет математика, а именно, вот, чтобы стали хорошими людьми в жизни. Стариной зимы были суровее, снега в это время лежали большие, а морозы были трескучими. 7 декабря по старинной народной традиции в деревнях устраивали екатерининские гуляния. К этому времени санный путь уже хорошо устанавливался, потому молодежь резвилась и каталась на санях и санках. Ну а ближе к вечеру девушки собирались в избе и гадали на суженого. На 10 день декабря наши предки всегда ждали чего-то особенного. Надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу или хотя бы приметы на погоду. День так и назвали – знамение. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Говорили, что если на рассвете встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали. Как и играла на сцене. А все время что-то делаешь. Слушаешь? А зараз за тем пьянчугой типа танчишь, типа играешь. Ай! Давай-ка сделаем себе выходные. Деревенька на репетиции Хотимского самодеятельного театра «Промень». Это новая постановка «Спрэчка альбо казка домовика». Я лепш салатику накрышу. Яно и корисней буде. Нюр, ты что, гребуешь? Галя, Бог с тобой! Ну просто я не ожидаю твоих пирожков зусім! Тихо, давай.
Спектакль о простой сельской жизни хозяюшки Нюры, ее мужа и соседки. Со всеми тяготами и радостями. Одним словом, о деревенских буднях. Давай, расповедай, что... Нюра очень хорошая женщина, хозяйка этого вот дома, в котором вы сейчас находитесь, которая любит вкусно поесть и страдает от того, что муж пьяница. Ой, давай расповедай, что здарылося. Кончай ныть. С деревенским бытом гармонирует особый язык. Хотемский театр говорит на тросянке, так как говорили их бабушки и дедушки. Если закрыть глаза, то кажется, что находишься в настоящей деревенской хате. Ага. Так. О! О! Так, бери-ка пирожок. Бери. Жви. Только на один бок жви, вот так вот, быть сам у тебя шаку раздуло. О, молодчина. Благодаря тому, что мы совмещаем и классическую русскую речь, и классическую белорусскую речь, и понимаем еще свои местечковые слова, этот язык признали богаче в литературном плане, чем классический белорусский. Вы как дети малые. А разумнее вы ничего не придумали? Ой, так то ж у гарачце было. У нас же не чистая белорусская мова получается. Но у нас так говорят. Поэтому некоторые слова вот заменяем на слова, которые понятны нашему зрителю, они интереснее как-то сочнее звучат, чем слова, которых у нас практически, может, и не знают. Даже и знают. Вот у нас был спектакль, там есть слово «стрельба», а мы говорили «ружо», потому что так сочно звучит, и всем понятно, что это за ружо такое. Спектакли Хотемского театра о людях из глубинки, о быте. А кто расскажет о нем лучше самих людей? Театр для народа. Актеры из народа. Я думаю, что это во всех, да, одна мысль, что да, народный театр – это театр, который нравится народу. Идея, сама тема больше как бы из народа, то есть народное показали, именно народное, народную вот, жизнь. Хозяйки, да, именно вот практически как из жизни. Каждый смешной или поучительный случай, а иногда и просто вскользь брошенная фраза оказывается на бумаге, а после сплетается в сюжетной линии. Так получается новая история. Я никогда ничего не стараюсь не придумывать, жизнь придумывает за нас. Это был реальный случай, мне его рассказал знакомый, что такой случай был, что они со своей женой вот так поспорили. Все это была хохма. Я с этой хохмой, ну, получилась пьеса. Да, добавил там домовиков для смеха, что называется, опять же. Ну, вот получился спектакль. Спектакли хотемской труппы о жизни и из жизни, такой, какая она на самом деле, потому и любимы зрителями. Ох, за туманом ничего не видно, за туманом. В 17 веке шкловский мастер Клим Михайлов создал удивительный резной иконостас в Свято-Никольском монастыре Могилева и в Московском Новодевичьем монастыре. Родную шкловщину также прославили Михаил Косенков, известный под псевдонимом Михась Зарецкий, композитор Василий Раинчик, герой трактористов актер Петр Олейников. Шкловский район торжественно принял и завершил эстафету фестиваля «Народные таленты Могилевщины». Библиотека Шклова представила выставку про историю своего района и выпустила к этому празднику в единственном экземпляре книгу про своего известного земляка-артиста Петра Олейникова. В этом альбоме подробно представлена биография Петра Олейникова, начиная его с раннего детства и заканчивая последним его фильмом «Утоление жажды», который он сыграл. Собирали материалы, просматривали все источники в газетах, в журналах. В музей Петра Олейникова также съездили, там пересмотрели все источники. Есть его фильмография на дисках, записано здесь, диски есть в альбоме. Есть его фото из личного архива, много фотографий здесь из личного архива. И также, может быть, не всем известно, что Петр Олейников любил рисовать. Здесь есть даже его личные рисунки. Тоже можно посмотреть будет. Я
Это в основном Могилевский строй представлен. Вот здесь вот «Колядная зорка». Это вот сделано к этим новогодним праздникам. Это самые новые мои работы. Здесь пояса, вот это ткана на берде. Я сама освоила ткачество. Всем известный бренд «Шклова» – огурец, и он не только съедобный. Вот, например, эти огурцы сделаны мастером-керамистом. Бросаем копеечку вот сюда, в копилочку, огурец наш шкловский, и проводим гадание. Вот здесь у нас зернышко, в зернышке все у нас, значит, и перышко, и, значит, и пуговка, и монета, которая символизирует богатство. А можно попробовать, да? Да, пожалуйста, попробуйте. То есть я что-то должна достать, да? Вы должны достать любой, значит, предмет, и он означает... А я не вот. Должна смотреть, да? Ну, можете смотреть. Вот, ой, вот вы что? Достали пуговку. Это говорит о том, что вы... Значит, вам будет богатство какое-то, будет подарок какой-то. То есть вам, значит, какая-то обновка. Спасибо. Наш район – это одна большая-большая команда, которая должна, каждый человек должен поддерживать друг друга. Мы поддерживаем артистов, артисты где-то нас поддерживают однозначно, потому что у нас очень замечательные артисты. Шкловский район – поющий и танцующий. А капельным пением удивил зрителей руководитель колхоза «Нива» Григорий Ковалев. Лягу на гребню, лягу на хату, сердце мочую, шпули на ваки. Я всю жизнь люблю самодеятельность. Всю жизнь так со своими колхозниками на праздниках пели, своим концерты ставили в своем клубе. Ну, район представляет это за честь. Это наша и работа, специфика определенная. Ну и, конечно, очень поднимает настроение. И участие в таком интересном концерте с такой прекрасной публикой всегда приносит только положительные эмоции. На правильном шляху были, коли створали этот проект. Так как показала практика, что узенники мастерской самодеятельности давно уже хотели выехать у таким масштабном проекте, поудельничать и выехать на областную сцену, как показать свое мастерство иншим глядачам, столичным, в области нашей. Менавіта гэты проект, фестиваль народных талентов Могилевщины, с моего пункта гледжання стал одним из таких яскравых мероприемств, проектов, которые были реализованы в рамках этого года культуры. И вот эта полная зала, как мне подается, яскравое тому подтверждение. Но прощаться еще рано. 10 декабря во Дворце культуры области состоится гала-концерт. Будет показано все самое лучшее, чем славится наша Могилевская земля. Приятная новость. У нас в Могилевской области появится свой, так сказать, персональный Дед Мороз. Поселится он в сказочном тереме на берегу реки Проня. Побывать в гостях у дедушки может каждый, кто пожелает. И деревенька обязательно отправится туда, чтобы встретиться с Дедом Морозом и загадать желание.